Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Гість студії – Наталя Васильівна Браченко, завідувач відділенням медичної допомоги підліткам та молоді, клініка «Дружня для молоді» Миколаївської міської дитячої поліклініки. Тому говорити ми сьогодні будемо про здоров'я молоді, проблеми молоді і те, як в Миколаєві, зрештою, намагаються їх вирішити. Доброго вечора. Доброго вечора. Я зараз тільки що прочитав дуже довгий титул вашого лікувального закладу, тому хотів би, щоб ви нам пояснили для початку, що означає ця назва «Клініка дружня для молоді». Звідки з'явилась така ідея, потреба і, зрештою, чим це відрізняється від звичайних традиційних лікувальних закладів такого типу? Прошу. Дело в том, что подростки, молодежь нынешняя, это нужно понимать, что это наш потенциал и экономический, и социальный, и политический, и культурный потенциал. То есть вопросом воспитания подростков, молодежи в наше время, особенно в наше время, необходимо уделять как можно больше внимания. Ведь от того, насколько мы сейчас сможем уделить внимание подросткам, насколько мы сможем воспитать в них чувство и значение здорового образа жизни в их жизни дальнейшей, вот так вот мы будем иметь и наше дальнейшее поколение, которое будет заниматься воспитанием, будет заниматься нашей и политической, и культурной, и экономической жизнью нашей страны. И поэтому, судя по состоянию здоровья наших подростков и по статистике, учитывая, что здоровье, конечно, ежегодно снижается, и даже по статистике, если проанализировать, то заболеваемость и, грустно, конечно, говорить, но и смертность в общей структуре, то подростки, конечно, смертность подростков занимает достаточно высокий уровень. Это и суициды, это и травмы, это и несчастные случаи, потому что нужно понимать специфику и характер подростка. Он стремится что-то испытать на себе, и он понимает, что он уже не ребенок, но мы понимаем, что он еще и не взрослый. Поэтому спробы, так сказать, испытать на себе все, молодежный азарт, да, то, что ему кажется, что он самоутвердится, и вот в этом связи с этим и риск его, так сказать, действий, его поступков и приводит к таким трагическим последствиям. Поэтому еще в 2000-х годах было принято решение на уровне Министерства охраны здоровья, на уровне детского фонда ООН ЮНИСЕФ о том, что подросткам нужно уделить как можно больше внимания именно здоровью подростка, именно тому, что его нужно воспитывать уже сейчас, уже начиная с 10-14 лет, когда происходят и физические, и физиологические, и гормональные изменения в организме подростка, и он не может справиться с этим всем, поэтому нужна помощь. И по решению и Министерства охраны здоровья, как я уже сказала, и детского фонда ООН ЮНИСЕФ было принято такая необходимость, утверждена, что нужны специализированные такие лечебные учреждения или подразделения лечебных учреждений. И были созданы у нас в городе Николаеве в 2008 году на базе городской детской поликлиники номер 4 как структурное подразделение кабинет, клиника дружественная к молодежи. Там прием вели всего лишь два специалиста, педиатр, психолог, но столкнувшись с тем, что вопросов огромное множество и востребованность очень большая у этих специалистов, поэтому в 2009 году на основе приказов и министерских наших нормативных документов, и приказов областного управления охраны здоровья, городского управления охраны здоровья, и приказом по городской детской поликлинике номер 4 кабинет стал отделением медицинской помощи подросткам и молодежи, клиника дружественная к молодежи. И расширился штат сотрудников. Появились такие специалисты, как гинеколог, дерматовенеролог, уролог, психолог продолжает работать, педиатр, и социальный работник, и юрист. То есть эти специалисты, они призваны оказывать помощь подросткам в решении тех проблем, которые возникают в процессе их взросления. То есть чтобы эти все моменты в жизни подростков, когда они становятся взрослыми, когда они пытаются самоутвердиться, и им кажется, что курение, алкоголь или первая проба наркотиков утверждает их в жизни и утверждает их в том, что они стали взрослыми, что они уже достигли того, что они могут это все себе
позволить, и ранние связи половые, и вот эти все потом последствия, и ранняя нежелательная беременность, и ВИЧ-инфекция – это очень большая проблема среди подростков, молодежи, потому что особенно вот такие… больше как бы возрастная группа подростковая и подвержена этому заболеванию, этому инфицированию. И на первый план сейчас среди подростков, молодежи выходят половой путь передачи ВИЧ-инфекции. И в этом нужно тоже как бы объяснять молодежи, рассказывать эту, не таить эту проблему, что она действительно существует. За что вот. Ви торкнулися такого кола питань, з якого можна говорити дуже довго. Я зрозумів, про що йде мова. Скажіть, будь ласка, на яку цільову групу орієнтована робота вашого лікувального закладу? Хто? Вони ті, хто приходять до вас зі своїми проблемами та клопотами? Значить, в місті Миколаєві наша клініка, ну от, працює вона з 2009 року, і розраховано вона на підлітків і молодіж в віці від 14 до 24 років. Це можуть бути і учні школ, ліцеїв, коледжей, це і студенти вузів, це і працююча молодіж до 24 років, і не працююча молодіж теж в віці до 24 років. Также мы работаем и с родителями, работаем с опекунами, работаем с теми всеми специалистами, кто тем так или иначе связан с подростками, с молодежью. Это и медицинские работники лечебных учреждений города, и педагоги. Ну, в общем, все, кто связан с подростками, кто занимается не только воспитанием, как в прямом смысле этого слова, в школе, вот, но и медицинским каким-то азам своего сохранения здоровья. То есть вот эти возрастная группа, целевая группа, это от 14 до 24 лет. И независимо от того, что наша как бы клиника дружественная к молодежи находится на базе 4-й детской поликлиники, как бы детская поликлиника, она обслуживает ну, свой район, так сказать, обслуживание, но мы принимаем независимо от прописки, независимо от места проживания, где проживает наш подросток, наша молодежь. Что должен иметь громадянин, чтобы стать вашим? Ну вот если говорить, я так в общем скажу, что принципами нашей работы являются принципы дружественного подхода, а это перечислю и доступность, и добровольность, и доброжелательность, и доверие, и конфиденциальность, и самое главное, бесплатные услуги мы оказываем. Поэтому для того, чтобы к нам попасть, вот принцип доступности и выполняется в том, что никаких документов, подтверждающих личность или прописку, или, допустим, ну, какие-то паспортные данные мы не требуем. Главное, что этот человек понимает, что у него есть проблема, главное, что он к нам с этой проблемой пришел, и мы стараемся вместе с ним, вот в чем и заключается особенность нашего отделения, что мы, каждый специалист, вместе с подростком, через совместные вот решения, так, то есть нет такой директивы какой-то, когда мы можем сказать, вот делай так, так, так. Рецептов дать в жизни очень сложно, и никто не может. Поэтому вот больше как бы совместный путь решения проблемы, совместный выход из той или иной ситуации. Поэтому принцип доступности, мы находимся как бы в центре города, нас легко найти. И вот в 2015 году в июне у нас было открытие, и информация прошла по городу, что после капитального ремонта, я подчеркиваю, потому что работаем мы с 2009 года, в 2012 году мы прошли оценку на соответствие звания или статуса клиника дружественная к молодежи. Вот. Это соответствие подтверждено выполнением 10 тымчасовых стандартов, которые закреплены в наших приказах Министерства охраны здоровья. И по этим 10 стандартам оценивается любая клиника по Украине. Она есть не только у нас в городе Николаеве, есть и в районах в нашей области, и по всей Украине. И вот единый стандарт, по которому присваивается статус клиника дружественная к молодежи, это выполнение тех стандартов, условий, критериев, которые должна отвечать клиника. И после открытия в 2015 году, вот через неделю буквально, вот 18 июня этого года состоялась оценка, переоценка уже нашего отделения, потому что каждые 3 года нас оценивают, опять же, сертификация, да, опять проходит, приезжает к нам комиссия министерская и смотрит, что мы выполнили предыдущие, какие были рекомендации. Мы в этом году, конечно, ну, достойно прошли эту сертификацию, подтвердили свой статус, мы имеем полное право работать с подростками, с молодежью, то есть мы оказываем
оказываем ту комплексную помощь, в которой нуждаются подростки и молодежь. А это и медицинская помощь, и социальная, и юридическая, и психологическая помощь. Вот. У нас работают подготовленные специалисты. А сколько их? Значит, у нас принимает и гинеколог, это врач высшей категории, уролог, дерматовенеролог, педиатр, принимает практический психолог, социальный работник городского центра социальных служб, с которым мы сотрудничаем. Вот. И в нашем штате есть юрист. Поэтому вот этот комплекс, почему называем комплексное, потому что, обратившись к одному специалисту, этот подросток не уйдет с нерешенной проблемой. Мы предоставляем, ну, максимум возможностей, которые есть в нашем арсенале. Если же какие-то нюансы бывают, что, ну, что-то мы не можем предоставить, значит, существует система переадресации. Мы с организациями-партнерами работаем. Я, может быть, дальше немножко скажу. Да, мы торкнемся. Да, об этих организациях. Шановні глядачі, я хочу вам нагадати і сказати, що ми працюємо в прямому ефірі, тому ви можете долучитися до нашої розмови за номером телефону 76-92-42 і поставити пряме запитання нашому шановному гостю. Дякую вам за таку розлогу презентацію вашого лікувального закладу, і ви перелічили всіх лікарів, які можуть надати допомогу проблемним підліткам або їх батькам на рівні консультації. Скажіть, будь ласка, які типові проблемні питання, до яких з вами приходять? От я розумію, лікарі, психологічна допомога, можливо, там нарколог. Тобто, які найбільш такі типові скарги, або те, з чим до вас приходять городян, і скільки їх, до речі? Ну, за 2014 год по нашим отчетам, вот по количеству детей, которые обратились к нам, это около 4000 обращений. И качество нашей работы оценивается по повторным обращениям. То есть, если подросток однажды к нам пришел, получил ту помощь, на которую он рассчитывал, он придет к нам еще раз. То есть, и вот это то, что подростки приходят повторно, это и есть как бы показателем нашей работы, что ему у нас понравилось. Вот. И основные как бы востребованные специальности у нас – это и гинеколог, и дерматовенеролог, и практический психолог. Это те, ну, основные вопросы, с которыми приходят. И я хочу сказать, что ни в коем случае мы не хотим заменить родителей этим детям, подрастающим, подросткам и молодежи. Ни в коем случае. Конечно, хочется, чтобы родители были первыми помощниками своим подрастающим детям, чтобы у мамы всегда находилась какая-то минутка времени, чтобы пообщаться со своим подрастающим ребенком, ведь кто, как не мама или папа, лучше всего понимает своего ребенка. Но, как говорят психологи, всего 20 минут в сутки, где-то в среднем, родители могут уделить внимание своему ребенку. Это и то традиционные такие вопросы там по поводу питания, по поводу учебы, как дела, и вот это все быстренько делается на бегу. Хотелось бы, конечно, чтобы ребенок мог найти в своих родителях, в своей семье поддержку. Но не всегда так бывает, учитывая наше, ну, и сегодняшнее такое бурное время, то не всегда у родителей хватает времени, и можно, конечно, понять родителей. Поэтому проблема накормить, одеть, обуть ребенка не до разговоров сейчас. В общем-то, и очень хотелось бы, чтобы родители также понимали необходимость и значение наших специалистов в клинике, чтобы они ну, немножечко вникали в жизнь своих детей и приводили детей, приходили сами, как-то ориентировали на то, что здесь у нас в клинике специалисты могут дать квалифицированную помощь. Это лучше во всех случаях, если ребенок, имея какие-то вопросы, ищет ответы не в интернете, за которым он проводит большую часть времени и выполняет домашние задания, и параллельно где-то решая какие-то свои такие вот наболевшие вопросы. Лучше, конечно, если подросток придет к нам, подросток задаст вопрос нашему специалисту, специалист квалифицированно даст ответ, нацелит, настроит ребенка на здоровый образ жизни. Ведь очень вопросов много у девочек к гинекологу. Самые обыкновенные, самые простые вопросы, казалось бы, нам, взрослым, они давным-давно известные. Но оказывается, что очень интересуют девочек даже самые банальные вопросы гигиены. Поэтому вот, ну, вопросов у гинекологу, как у
акушерке очень много. И точно так же к дерматовенерологу, точно так же к практическому психологу, потому что психологические проблемы очень большие, они накапливаются длительное время. Вот, ребенок, критичные массы. Конечно, до определенного времени ребенок ходит с этой проблемой, родители, глядя внешне, ребенок может быть веселым, активным, но вот говорят, много суицидов от неразделенной любви. Но я вам хочу сказать, если ребенок имеет контакт с родителями, если ребенка есть с кем поделиться этой проблемой, и ребенок понимает и видит поддержку в семье, то никогда он не закончит жизнь самоубийством, никогда он не пойдет на такой крайний случай. Вот. Но если такое случается и в семье, ну, в силу наших обстоятельств не складываются такие отношения, то мы приглашаем, конечно, и родителей, и подростков приходить к нам. Практический психолог за одну, конечно, встречу, он не сможет решить их проблем, которые длительное время накапливаются. Но беседуя, проводя длительные такие сеансы, ну не сказать, что это какая-то психотерапия, это просто вот идет разговор, идет изображение вот этой всей проблемы, этой песочной терапии и арт-терапия. Это же формы вашей работы. Формы работы, да. Когда вот и психолог очень часто делится. Конечно, мы не рассказываем конкретно, какой ребенок с какой проблемой пришел. Это у нас все конфиденциально. То есть все вопросы остаются в кабинете между специалистом и ребенком. Если пришла с мамой, значит, очень хорошо. Значит, мама интересуется, чем живет ее ребенок. И, значит, специалист там работает с семьей. Есть семейное консультирование, есть индивидуальное, есть групповое консультирование. И то есть ребенок уже за несколько вот этих вот встреч с психологом может немножечко выходить из своей какой-то проблематичной ситуации. Скажіть, будь ласка, а що повинні знати батьки, щоб виявити в дитини отакі от схильність до якоїсь там девіантної поведінки, тобто як буде помітно по дитині, що вона потребує саме такої допомоги, ну, можливо, навіть на рівні бесіди, якоїсь дружньої поради, що повинні знати батьки? Ну, прежде всего, родителям нужно немножечко иногда остановиться и обратить внимание на своего ребенка. Просто даже то, как он ведет себя, насколько он активен, вот даже в семье, насколько интересуется своими там братьями, сестрами, насколько ему интересно общение в семье. И нужно, конечно, обращать внимание на нагрузку наших детей, потому что школа, я понимаю, что требования очень большие, и работы очень много, и учебный материал очень большой, и подростки очень длительное время... Перегрузка, конечно, и длительное время они находятся у компьютера, потому что они вынуждены этим заниматься. Но нужно понимать, что здоровый образ жизни никто не отменял, и вот одним из направлений нашей деятельности есть и информирование о здоровом образе жизни, о преимуществах здорового образа жизни, о том, что вопросы не только, там, допустим, он не пьет, не курит или не употребляет там, наркотики, это есть здоровый образ жизни. Нет, это правильное питание, это правильный режим отдыха, это тоже время нахождения у компьютера, сколько ребенок находится. То есть и родители должны обращать на это внимание. И если мама видит хоть какие-то небольшие, то есть ей нужно немножечко больше уделить внимания своему ребенку, и ей нужно, может быть, даже посоветовать где-то, просто сказать, можешь зайти и посмотреть. Или же, ну, информации сейчас достаточно в средствах массовой информации о нашей клинике. И вообще не только о нашей, а вообще о том, что есть такие, ну, структурные подразделения лечебных учреждений, в частности, нашей 4-й детской поликлиники, где такая клиника есть, где она функционирует и функционирует для подростков. Именно что они могут прийти и получить вот помощь, консультирование, информацию. Больше, конечно, у нас информативная такая работа, профилактическая работа. Ви працюєте на випередження проблем. Да, лечебная и диагностическая работа тоже существует. Но лечение, диагностика – это только после беседы, основательной беседы с подростком, который к нам обратился, после выяснения его причин обращения, после оформления информированного согласия. То есть ребенок осознанно подходит к тому, надо ли ему это или не надо. Если он принимает решение, что ему это не надо, никто его заставлять не будет. Таке питання, от ви торкнулись питання здорового способу життя. Це певна річ, і соціальна реклама повинна бути, це повинно бути модно. А от, але ж ми бачимо, що дуже багато молоді, ну, не задумуються про те, що організм, зрештою, це як автомобіль, якщо ти експлуатуєш дуже погано і небережливо, то він виходить з ладу, але в 15-20 років про це, напевне, не завжди думаєш. Хто повинен доносити цю ідею? Тобто соціальна реклама, це повинні виховання бути, батьки, школа, армія, ну,
що треба робити для того, щоб молодь більш схильна була до того, щоб вести здоровий спосіб життя, фізкультура, спорт, здорове харчування. Тобто, як переконати молодь, що це модно, це потрібно бути здоровим і таким же залишатися. Ти повинен бути, повинен думати зрештою не про себе, а про те, що наша молодь, це і дівчата, і хлопці, стануть батьками, дадуть нове життя, і теж воно повинно бути здоровим. От я от думаю, що соціальна реклама в певної мірі не спрацьовує. Тобто десь ми не в кожному моменті достукуємося до молоді. Прошу, от як ви думаєте, хто повинен виховати це почуття? Ну, прежде всего, воспитание идет из семьи. Вот все, что, как заложена семья, вот так дальше будет жить и идти по жизни этот ребенок, этот подросток. То есть все и от того, как мы сейчас воспитываем подрастающее поколение, как мы нацеливаем на здоровый образ жизни совместными усилиями. Это и социальная реклама, это и личный пример, и тех же и преподавателей, медицинских работников. Ну, в общем, личным примером тех взрослых людей, кто является, ну, как бы идеалом для подростков. Вот таким вот образом можно воспитывать сейчас теперешние подрастающие поколения для того, чтобы они уже, в свою очередь, став родителями, а это не так просто, как кажется, вот, в любом случае подготовка к родительству, подготовка до осведомленного батькивства должна быть обязательно. Это и в школе, может быть, какие-то вопросы воспитания, подготовки должны быть, и среди медицинских работников. И я опять же хочу сказать, что наша клиника не является альтернативой лечебным учреждениям. Мы ни в коем случае не замещаем обычные лечебные учреждения, те семейные амбулатории, центры, которые сейчас существуют, они должны существовать, они выполняют свою непосредственную функцию лечебно-диагностическую. Мы обязательно, то есть больше наша работа как бы профилактического направления. Зрозуміло, давайте зробимо паузу і послухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Вітаю вас. Во-первых, хочу поблагодарить Овздрав и вас, что вы открыли такое отделение, где подростки могут обратиться вам за помощью. Во-вторых, можно так сказать, что новое в Николаеве происходит в медицинской реформе. Спасибо за внимание. Спасибо. Медична реформа в Миколаєві, якщо ви знаєте компетентність цього питання, можете декілька слів сказати для нашого шановного глядача? Ну, медицинская реформа, в любом случае, она должна быть, она происходит. Это формируются центры первичной медико-санитарной помощи, это семейные амбулатории в составе каждого центра, это первичная помощь, необходимая первичная медицинская помощь, которая должна быть, ну, приближена максимально к месту проживания нашего населения города Николаева. Поэтому я считаю, что первичный уровень сейчас проходит период, так сказать, реформирование. На следующим этапом будет формирование второго уровня оказания медицинской помощи. Вот. Но мы, как клиника «Дружная к молодежи», находимся на втором уровне оказания медицинской помощи, так как у нас есть узкие специалисты, которые вот работают непосредственно с молодежью. Я думаю, что в комплексе и семейные амбулатории, у них свои задачи, конечно, но в семейных амбулаториях у семейного врача на приеме невозможно выяснить все эти проблемы, проконсультировать 10-12, максимум 15 минут для того, чтобы осмотреть больного, сделать запись. Это минимум, который у нас же на прием у каждого специалиста выделяется полчаса на прием. То есть за эти полчаса можно уже выяснить какую-то проблему, можно что-то хотя бы начать обсуждать, начать выходить из того состояния, которое есть у подростка. Ну а дальше повторные осмотры, повторные приходы, повторные встречи оказывают помощь более такую существенную. У психолога работа песочной терапии, арт-терапии занимает до 1 часа работы. Поэтому я думаю, что совместными усилиями мы максимально приближаем помощь медицинскую к нашему населению. Дякую за таку інформацію. Є питання на початку нашої бесіди. Ви сказали, що стан здоров'я загальний нашої молоді може бути кращим, він незадовільний. Як ви думаєте, з чим це пов'язано?
Ну, хочу сказать, да, что состояние здоровья, конечно, оставляет желать лучшего, потому что загруженность подростков в школе очень большая. То же самое, следующий этап, высшее учебное заведение, и для того, чтобы туда поступить, ЗНО тоже нужно сдать на достойном уровне, поэтому учеба занимает максимальное время подростка. И то, что дети отдаются этому, это, конечно, приветствуется, потому что это как бы наше будущее, это тот интеллектуальный потенциал. Но параллельно с этим здоровье тоже не купишь за деньги, даже имея высшее образование и достигнув каких-то высот, здоровье нужно уметь сохранить. И вот опять же возвращаемся, здоровый образ жизни, тот же режим питания, режим отдыха, режим дня, режим работы, сидячей работы, режим движения, то есть вот эти физические нагрузки, вместо того, чтобы пересесть из одного стола от учебника к компьютеру, лучше, конечно, на это время выйти на стадион, где-то немножко, несколько кругов пробежать. Это будет гораздо лучше, чередовать и умственный, и физический труд, и усвоение материала будет гораздо лучше, и эффективнее, и продуктивнее работа. Що ж, дякую вам за такі слушні поради. Шановні глядачі, на жаль, час нашої програми добігає кінця, тому ми мусимо ставити крапку. Але ми обов'язково з вами обміняємось контактами. Я відчуваю, що вам ще є що сказати з питань, проблем для проблем молоді, як їх можна вирішити. Шановні глядачі, ви дивились програму «Гаряча лінія». Разом зі мною була Наталя Братченко, завідувач відділення медичної допомоги підліткам та молоді, клініка «Дружня для молоді» Миколаївської міської дитячої поліклініки. У студії працював журналіст Олександр Молодцов. Ми повернемося до цієї теми. Всього найкращого!